Сотрудниками муниципального контроля был совершен адресный объезд всех строительных площадок в городе. Застройщикам были вручены новые требования по оформлению строительных кранов. Самый распространенный способ обозначить кран – подсветка дюралайтом. Как правило, конструкции крана находятся на такой высоте, что дюралайт воспринимается как непрерывные световые линии. Сегодня в городе-курорте работы кипят на 20 строительных площадках. Однако подсветка дюралайтом используется лишь на трех – жилищный комплекс «Магнолия» на улице Крылова, жилищный комплекс «Лермонтова» и жилой комплекс на Парковой. Часть застройщиков уже заказали дюралайт для кранов и обязались произвести работы по подсветке до конца этой недели. Остальных строителей, которые не выполнят требований, будет ждать административные протоколы.